Международный дипломатический клуб «Амикабилити» представляет уникальный проект. Картина художника из Ингушетии Вахи Биштоева «99 имен Всевышнего». История человечества не видела более масштабного проекта в искусстве. Три мировых рекорда Гиннесса. Самая большая картина в мире. Сложнейшая геометрия, состоящая из 99 сегментов, из которых состоит трехуровневая картина с 99 именами Аллаха. Картина будет покрыта настоящим золотом 999 пробы. Стоимость одного только покрытия составляет более 1 миллиона долларов. Картина будет раскрывать квинтэссенцию жизни с самого начала человечества и до сегодняшнего момента. Это произведение искусства призывает людей задуматься о будущем нашей общей планеты – Земля. Фактически, эта картина – молитва, которая способна изменить судьбу человечества. Предчувствие тайны. 99 имен Аллаха. Спит Запад, пробуждается Восток. Из хаоса являются знамения, сулящие счастье мир, увы, жесток. Соединяя боль и наслаждение, он превращает золото в песок, надежду превращает в наваждение. Сияют в небе звезды, как дрожже, и Млечный Путь Вселенной дарит млечность. Однажды дама в черной парандже возьмет налог за гордость и беспечность. Ты столько раз платил налог уже, но позабыл, дурная бесконечность. Порхает сокол, угорь сверлит дно, и мчится к океану черепаха. Позор и слава вместе заодно. Вчера триумф, а послезавтра лаха. Лишь избранным утешится дано чудесным сотым именем Аллаха.